Всем привет! В этом видео я покажу, как решить очередную ошибку в операционной системе Windows. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Ошибки в операционной системе Windows – дело вполне привычное. Они могут возникать при обновлении системы, запуске каких-то программ и так далее. Данная проблема является далеко не новой, и она может встретиться у каждого из пользователей операционной системы Windows 10, 8 и 7. Как я уже говорил ранее, данная ошибка может возникнуть в различных ситуациях, но в принципе выделяю три основных случая ее возникновения. Это может быть при запуске защитника Windows, при работе брандмауэра и чаще всего при попытке выполнить обновление операционной системы. Причиной всему этому может быть отключение по какой-то из причин, служба системных утилит или же отключение одной из служб, которые необходимы для работы компонентов системы. В этом видео мы рассмотрим все эти случаи и разберем, как исправить такую ошибку Windows 10, 8 и 7. Если вы не хотите разбираться в процессах и программных настройках, то попробуйте откатить состояние операционной системы до последней сохраненной точки. Это поможет восстановить последний работоспособный вариант. Как это сделать, смотрите по ссылке в описании. В процессе отката системы могут пропасть недавно созданные документы и всяческие изменения в них, поэтому рекомендую сделать копии важных данных на другой носитель. Если же все-таки решили покопаться в настройках, давайте начнем. А начнем мы с самой распространенной проблемы возникновения ошибки при обновлении компонентов операционной системы Windows. Просто выполняя обновление системы, у вас может возникнуть следующее уведомление об ошибке. В сообщении к ошибке уже содержится необходимая подсказка. Такая ошибка зачастую означает, что в текущий момент отключена служба центра обновления Windows. И запуск этой службы как раз и может разрешить сложившуюся ситуации. Для этого нужно запустить окно «Выполнить» правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или сочетанием клавиш Windows плюс R и выполнить команду service.msc, после чего вы увидите окно служб. Также его можно запустить, просто воспользовавшись поиском. Здесь ищем службу «Центр обновления Windows». Жмем по ней правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства». В строке «Тип запуска» выбираем «Автоматически» и жмем «Запустить». Сразу после запуска службы центра обновления Windows данная ошибка не должна повториться. Теперь можно попробовать снова запустить процесс обновления системы. Иногда бывает, что протокол IP-версии 6 тоже генерирует данную ошибку. Попробуйте отключить этот протокол. Для этого откройте параметры «Сети интернет», «Центр управления сетями и общим доступом», «Изменение параметров адаптера». Кликните правой кнопкой мыши по активной сети и выберите «Свойства». В окне «Свойств» найдите опцию IP-версии 6 и снимите отметку, а затем нажмите «Ок». Перезагрузитесь и попробуйте обновить систему. Теперь давайте разберем случай возникновения этой ошибки во время запуска системного антивируса защитника Windows. В тексте уведомления вы можете видеть следующее. Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Здесь точно такая же ситуация, как и в предыдущем случае. Скорее всего, отключена соответствующая служба, что и могло привести к появлению ошибки при запуске защитника Windows. Для его включения снова открываем окно служб, ищем здесь службу защитника Windows. Жмем правой кнопкой мыши по ней и выбираем свойства. Устанавливаем тип запуска автоматически и запускаем ее. После ее запуска пробуем открыть антивирус и проверяем, исчезла ли ошибка. Ну и в завершение рассмотрим, как исправить такую ошибку, которая возникает
при использовании браунмовера Windows. К примеру, вы запускаете игру или приложение, которое использует интернет-соединение, и после создания подключения браунмовер может вывести эту ошибку. В уведомлении вы увидите следующее. Браунмоверу не удалось изменить некоторые параметры. Решить проблему с браунмовером можно таким же способом, как и с двумя предыдущими, но есть небольшие отличия. Причина может заключаться в подключении нескольких служб одновременно. Вам нужно будет проверить работу службы Центра обновления Windows, фоновой интеллектуальной службы передачи битс, удаленного вызова процедур RPC, криптографии и модуля архивации на уровне блоков. Открываем окно служб. Сначала ищем службу Центра обновления Windows, проверяем, запущена ли она. Затем службу фоновой интеллектуальной службы передачи битс, удаленного вызова процедур RPC и, наконец, службу криптографии и модуля архивации. Если одна из этих служб подключена, жмем по ней правой кнопкой мыши, свойства, устанавливаем тип запуска автоматически и запускаем. Запустите все остановленные службы, чтобы убедиться в нормальной работоспособности системного фаервола. После включения всех описанных служб попробуйте воспользоваться функционалом браунмовера Windows. Если он все еще отказывается запускаться и показывает следующую ошибку, то попробуйте сделать следующее. Откройте панель управления. Перейдите в пункт браунмовер Windows, нажмите на ссылку «Включение и отключение браунмовера Windows». Активируйте фаервол для локальной и общественной сети. После этого код ошибки должен будет исчезнуть, и вы сможете спокойно продолжить использовать браунмовер. Если все это не помогло решить данную ошибку, скорее всего, в вашей системе поселился вирус, который не дает ее исправить. Скачайте с сайта Microsoft специальную лечащую утилиту, которая поможет вам удалить вирус. Запустите утилиту и выполните проверку ПК на наличие наиболее распространенных вредоносных программ и удалений, или воспользуйтесь другим антивирусом. У нас на канале есть хорошее видео о том, как удалить любой вирус, ссылку на него вы найдете в описании. А на этом все. Надеюсь, данное видео помогло вам исправить данную ошибку. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.